Ни снег, ни отрицательная температура не помешала прийти на главную площадь города тысячам димитровградцев. Двухчасовую лотерею сопровождали выступления лучших коллективов не только города, но и области. Более 8 тысяч билетов участвовало в розыгрыше бытовой техники, электроники и автомобиля. И только полсотни молодых избирателей ощутили сполна благосклонность госпожи удачи. Вообще не ожидал. Я даже не знал, что какая-то лотерея будет проводиться. Очень необычно, интересно, оригинально. По-моему, первый раз такой на выборах. Это вообще, конечно, неожиданно и очень приятно. Спасибо организаторам. Главный приз – автомобиль оставили на сладкое. Билет обладатель «Лада Приора» вытащил маленький мальчик. Счастливый номер повторяли несколько раз. Но, к сожалению, на главной площади города новоиспеченного автомобилиста не оказалось. Его и обладателей других счастливых номеров, которые не смогли попасть в этот вечер на розыгрыш, ждут в течение 10 дней в 110-м кабинете здания администрации города. Все выигрышные номера уже размещены на портале 3сосны.рф. Евгения Кривинская, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.